Вот, блядь. У него же все на... Ты куда? Ты долбоёб, что ли? Почему это один тип? Бля, ну очка хуя на в такой. Оху... Бля, ребята, эта игра пизжи таймшифт, мне кажется, будет. Пиши таймшифт. Все, понравится. Фьюф. Северян не тот. Сложное снабжение. Русский офицер в Первой мировой войне, он вместе со своим отрядом должен уцелеть в войне. Но сейчас они оказались на направлении угла удара у немецкого конца. Если вы ушли по другому, то посредством все ухода из трубы тоже сами. Выхуренные отрезки. Декстер, вы подготовили водный перевод. Я не Декстер. Бля, пацаны, охуенная игра. Я вам отвечаю, правда, офигенная игра. Он мне очень нравится. Про... Вот, знаете, используйте компьютер задание. А как его использовать, блядь? А, вот. Компу, да. Не, студия, пацаны, пацаны... пацаны, откуда... А какого... Блять, не ори, нахуй ты, а хули она орёт так громко, блядь? Бля, давай ты потише, я тебе сделаю, тебя же ведь можно потише сделать? Ты, блядь, орёшь пиздец, как псих, нахуй. Вот, смотрите, включай эту хуйню, он там орёт начинает, блядь. Травмы. Сам всё слышишь, просто я могу орить, блядь, когда он так орёт. Охуенно. Знаете, когда тебе показывают такие старые фотки, а вот ты говорят, ты попадаешь в это время, это офигенно, правда. Погнали, пацаны. Фу, погнали. А можно выйти отсюда? Все, ладно, пацаны, погнали. Вуф. Как ему страшно. А где эти светлячки, Иваны? Вот они. А, ящейки, бля, одни светлячки. Ламца, погнали, ребят, первая мировая, прикинь. Бля, ебать, что пиздец. А их убива... Еба... Это типа первая мировая, да, пацаны? Сука. Ух, ебать. Я, пацаны, может, побегу. Это свой, да? Еба. Нет, до свидания, пацаны. Там что-то какие карты. А куда идти-то, блядь? Туда нахуй. Блядь, это уже не свои, да? Блядь, это не свои уже нахуй. А, это свои, стойте, это свои, блядь. Кухуй, не свои, блядь, у нас тут делают. Да иди ты пошел ты. Да стой, а как определить, свои или нет? Ты пошел ты нахер, сейчас, блядь, сейчас череп проломлю, сука. Блять, кто меня бьет уже? У меня этих щек ебаных нету. Ага. Ебать, возвращайся обратно, пацаны. Ты кто нахуй? Пошел в пизду. Блять, такой пиздец творится, честно говоря. Ты кто нахуй? А мигрант есть, да, блядь? Ой, ёпты! Я кого-то убью? А если я ебану туда? Опа-на, нахуй! Я бы кого-нибудь там? У меня много гранат? Нет, у меня одна только. Сука. Я убил его, блядь, отвечаю.
Я его ебнул нахуй. Сколько там гандон за пулеметом сидит? Надо его ебануть по-моему. Так как вопрос вот его ебануть? Сука. Перезарядка мне тоже долго. Ну, а чё, почему хотели? Это Вторая мировая, ребят. Блять. Еб, тут коронавирус меня швыряет, сука. Сейчас умру нахуй, блядь, в истории, блядь, и все, и пиздец. Блядь. Чё, нарушится, блядь, нахуй. Все, так можно просто убить, да? Можно? Нет, нет, нельзя. Дохни, сука. Сука, ты сел-то, я его убил, его убивать можно, только говоря, так, да? Что за хуйня вообще? Ёбну. Сдохни, сука.